Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. У нас сегодня с вами 30 июня 2016 года, и мы с вами начинаем утренний обзор валютного рынка для эффективной торговли. Жмем обновление и здороваемся с вами. Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Меня зовут Тулеген Уразалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, с офиса официального партнера компании «Аль-Пари». Мы обсуждаем три валютные пары: евро-доллар, фунт-доллар, фьючерс-золото. И обсуждаем еще несколько валютных пар по просьбе наших онлайн-слушателей. Это наши сырьевые валюты по отношению к американскому доллару. Они тоже очень популярны среди трейдеров. Все эти валютные пары, любой актив можно рассматривать при помощи стратегии Last Kiss, которая позволяет определить разворот, точку входа, точку стоп-лосса и точку тейк-профита, что немаловажно для торговли на финансовых рынках. Если вы видите свое направление, то уже появляются дополнительные, внутри стратегии дополнительные навыки, которые позволяют от уровня до уровня делать еще несколько сделочек. Я переключаюсь на экран, чтобы рассмотреть, чем закончился вчерашний день и что нас ждет сегодня. И всем желаю хорошего настроения. Одновременно включаю чат, и в чате вижу много-много людей. Всем доброе утро. Так, только нефть работает, пишут. Что там еще? Орску привет, Уфе привет. На рынке нет движухи, однако мы забираем тейк-профиты. И т.д. и т.п. Ну, дальше уже там по техническим причинам, опять-таки, на 2 минуты задержались. Техническая причина была банальная. Села батарейка на камере, нужно было немножко ее подзарядить. Вот, поэтому совсем банальная причина. Владивосток с нами, самое главное. Все. Во Владивостоке уже обед. Вот, и поэтому наш утренний обзор для Владивостока считается обеденным обзором. Поехали. Поэтапно. Евро-доллар тейк. Я так написал от радости. Давно я не писал на экране слово «таке». Почему? Потому что, ну, это приятное событие. Без касания 7.6 мы его дождались. Мы облизывали 161 уровень, подошли к 261 и не взяли его. Что еще раз доказывает, что в природе уровни Фибоначчи существуют. Что мы вылавливали? Мы вылавливали последний поцелуй вот этого дня. Мы не могли выловить последний поцелуй дня референдума, потому что для того, чтобы выловить последний поцелуй дня референдума, нужно пробить вот этот хай черной свечи. А мы выловили последний поцелуй следующего дня и забрали у него тейк-профит. Там порядка 70 пунктов. Следующая валютная пара, то есть сейчас мы будем говорить об опасностях. Спасибо тебе, евро-доллар. И удаляем все это безобразие, которое нарисовано на экране, чтобы оно нам больше не мешалось. И даже убираем вот так, чтобы была видна общая картина. Итак, евро-доллар после референдума до сих пор находится в рейнже. Почему? Почему как настоящий трейдер выгляжу? Без галстука, потому что. Да, сегодня у нас, кстати, будет замечательная вечером встреча. Не забудьте обязательно. Мы к этой встрече сейчас готовимся, поэтому без галстука. Сегодня у нас будет клубный день в 15.00. Не забывайте об этом. Следующее. Смотрите, евро-доллар находится в рейнже после референдумном. То есть был такой провал. Первая белая свеча и первая черная свеча. Для меня это очень важно. После любой новости для меня важна первая белая свеча и первая черная свеча в коррекции. Почему? Объясню. Потому что евро-доллар ничего не боится. Летит вниз, летит черный. Он не боится ничего, наступает. И тут вдруг отлетает. Значит, он чего-то испугался, я подвожу сюда горизонтальную линию. Далее он идет на коррекцию, ничего не боится, белый, потом чего-то испугался и откатил вниз. И я для себя ставлю вот такую горизонталку и говорю: слушай, вот эти вот два уровня, которых евро-доллар почему-то после референдума боится. Скорее всего, это какие-нибудь там лоу 60-х годов, хай 50-х годов, там не буду с этим даже разбираться в этом, но если подвести, мы обязательно найдем, что это когда-то был лоу там 76-го года, когда Кеннеди пристрелили, ну там, к примеру, и в тот момент образовался вот такой вот лоу, да. Но что мы делаем? Мы находимся в рейнже, и даже в рейнже мы забрали тейк-профит внутри дня. А для того, чтобы разобраться внутри дня, мы просто добавляем даже к
что-то у меня кнопка. Вот так вот. Пунктир добавляем и забираем свои take profit. То есть евро-доллар пока что в рейнже. Никаких выводов про него нету. А вот про фунт-доллар есть большие выводы. Большие выводы. То есть фунт сделал, смотрите, что. Он провалился. Никого не боялся. Черно-черно-черно-черно. И впервые испугался вот этого уровня. Вот этого уровня. Далее начал никого не бояться, побежал, но скорректировался, не считается, дальше побежал и испугался вот этого уровня, все. Но здесь у фунтика важное событие. Ну, без пипсовки, вообще трейдинг без пипсовки, он пустой, не густой. Ну, вы, наверное, понимаете, почему. Почему? Потому что, чтобы торговать по любой стратегии без нарушения money management, доходность будет составлять порядка 5-10% в месяц. Это очень хорошо. Напомню, 10% в месяц — это 500% годовых. Я же все-таки, ну, как бы склоняюсь к тому, чтобы торговать вот таким образом. То есть из 30 тысяч за неделю делать 83 тысячи. Так намного интереснее, но никого не пропагандирую. Единственное, что я здесь пропагандирую, вот здесь, да, что если вы знаете свою стратегию как свои 5 пальцев, то вы вручную ни одну сделочку закрывать не будете, все будет закрываться у вас по тейк-профитам. Все будет закрываться замечательно. Бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай должны принести много денег. Почему? Потому что вы же уверенный трейдер. У вас есть сигнал, что нету села, есть бай, можно от уровня до уровня пипсовать. И вот, в принципе, вот за недельку получилось 150%. 150%. Опять-таки, эта пропаганда была с первых семинаров, потом перестал я это пропагандировать. Но к чему, говорю, если есть стратегия, нужно к ней привыкать. Правый палец большой руки и левый глаз должны работать одинаково, то есть левый глаз видит коридор, правый палец быстро нажимает, и все. Фунт-доллар. После референдумный рейндж он выходил из него и вернулся. Для меня это важный сигнал, возврат на часовке. В этот раз была пипсовка только на часовке. Ниже часовки даже не спускался. Почему? Потому что часовка в тренде находилась и такие интересные сигналы посылала. Вот. Фунт дает важный очень сигнал, обратите внимание какой, то есть он провалился ниже референдума и пробил важный уровень, вот этот уровень. Таким образом он закрыл W-образную выпукло-вогнутую полудугу с применением правила номер 2. Вот. В данный момент он находится в стадии сноса 7.6, ну ничего страшного. В любом случае это шикарная полудуга, которая уже развернулась. Вот, и дает нам вот такой вот сигнал. У меня стоит бай по старому коридору. Да, по старому коридору. Стоп-лосс же там снесен не был. И еще получается, ну, подтверждение того, что все-таки у фунтика есть бай. Потому что 2-4 часовки были самые низкие. И пробитие 34-734 состоялось вчера. Это было пробитие с клозом на 34-744. На 10 пунктов он пробил этот уровень. И в данный момент исследует наш стоп-лосс. То есть как исследует? Подходит и аккуратненько ему прокалывает кожу. То есть засовывает ему иголки под ногти нашему стоп-лоссу, чтобы он сдался. Но не тут-то было. У нас стоп-лосс стоит вон аж на где. Под часовкой. Потому что часовка развернулась раньше. И наш стоп-лосс стоит под часовкой. Поэтому вот это вот прокалывание 4-часового стоп-лосса, оно, в принципе, безопасно для нас. Почему? Потому что мы находимся в ласткисе и тем более под защитой вот этой агрессивной свечи, которая говорит, ребята, я огонь беру на себя, и уводит фунт в другой ценовой диапазон. Когда вот такие я огромные свечки вижу, я говорю спасибо этим агрессивным... Ой, что я делаю? Агрессивным свечкам, потому что они... Ну, переносят уровень отсюда вот на, вот, ну, на свой какой-то другой уровень. И, ну, действительно, как герои они выносят и создают новый уровень, который потом фунт, видите, не может взять. Не может взять, на нем стоит. А потом вот эти вот агрессивные свечки говорят, теперь я герой, и уносят дальше. Видите, другой уровень создают. Ну, я закрытие беру, клозы. Вот. И вот мы сейчас находимся на вот этом уровне. Поэтому фунтик в любом случае находится в бае. До нашего стоп-лосса ему далеко, а 4-часовой стоп-лосс он хочет кому-то снести.
То есть он хочет сказать, ребята, не все так легко и просто. 33897 он еще не снес. Он может сейчас откатить и пойти к нашему take profit. Чем занимается Швейцария, сейчас рассмотрим. Следующая валютная пара – золото в очередном селе в настоящем ласткисе следующего дня после референдума, который давал нам два стоп-лосса. И вот с третьего раза он решил отдать нам take profit. Ранним утром, буквально час назад, я вновь вошел в этот коридорчик. То есть откуда этот коридорчик появился? Во время референдума ничего мы не найдем в любом случае, потому что sell начинается вот отсюда, а buy начинается вот отсюда. Значит, рассматриваем следующий день. Кто был самый максимальный по золоту? Все, мы этот коридорчик с вами использовали, касания верха не было. Находимся за его пределами. Почему мы не работаем вверх? Потому что последний поцелуй вверх закрыт был по стоп-лоссу. Выглядел он таковым. И находимся мы явно ниже стоп-лосса. Явно. Поэтому я сделал очередной sell, потому что рентабельность здесь замечательная. Замечательная рентабельность, была чувствительность хорошая 161, нам от этого коридорчика нужна чувствительность 261 уровня. Вернул разрисовку на место, и на этом мы подведем итоги сегодняшнего дня. Резюме, да? Так, раз, все. Золото продаю, достаточно выгодная ситуация, даже если кто-то сейчас это видит, то до стоп-лосса здесь 69 пунктов, а до тейк-профита здесь 210 пунктов, нормально. Итак, резюме. Евро-доллар, спасибо тебе, что ты нам все отдал, и у тебя есть вот такая опасность. У евро-доллара есть опасность. Если мы спросим, кто был по евро-доллару самый максимальный за вчерашний, позавчерашний и сегодняшний день, мы увидим вот эту вот черную свечку. Черную-причерную. И в данный момент по евро-доллару готовится sell. И мы в этом селле будем обязательно участвовать. Обязательно. Почему он приготовился? Потому что это перепоцелованный sell. Еще раз напомню, сначала было наблюдение, велось вот таким образом. Вот. А, нет, кстати, фух, извиняюсь, не перепоцелованный, все хорошо. До sell далеко. Да, вот здесь у меня готовая картинка была для вас, вот здесь вы смотрите, бомс. Sell начнется только вот здесь, видите? То есть я приготовил картинку для вас специально. Вот, sell начнется только здесь. Почему? Потому что касания верха нету, потому что горизонталка определяет самого высокого парня на свете. Фунт в sell уйдет только в этом случае, пробив вот эти вот 5 шикарных белых свечей. Ну, он уже близок к этому, и тогда в sell уйдет. И золото уже находится в sell в двух поцелуях. Во-первых, мы стоим в поцелуе после референдумном, вот этом, в селе, да, ниже сотки. И во-вторых, мы стоим в поцелуе вчерашнего дня. То есть, если мы у вчерашнего дня спросим, кто был самый максимальный в одноцвете, то мы сейчас находимся на 161 уровне от вчерашнего дня. И шикарно мы здесь стоим в пробитии фиолетовой линии. Классно, то есть... И полудугу, и фиолетовую пробили одновременно. Остановил нас 161 уровень. Цель здесь 261 по золоту. Но дальняя цель стоит на вот этом диапазончике. Бомс и стоит на 261 уровне. Разобрались. Смотрите, одним глазом смотрим на нефть. Нефть достигает 50-69 тютелька в тютелька, но она не должна была туда ходить, нефть. Почему? Потому что, смотрите, выход из коридора был только с пробитием сотки. Мы добавились еще раз на сотки и забрали свой 49.16 по нефти. Ну, Фибоначчи мы оставили со вчерашнего дня. А сегодня я пришел на работу и увидел 50.69 тютелька в тютельку. То есть он сходил на таке 2, но у него не было сигнала. Теперь что делают по нефти нефтяники? Они просто удлиняются и цели свои видят выше. Видят 161 уровень, касание было вчера 161, и видят 52.35. Российский рубль должен добить свою цель 63.40. Это наша с вами вчерашняя Фибоначчи. Гэп открылся ниже сотого уровня, и с этого момента нужно было продавать, а не покупать, как делают некоторые. В данный момент меня смотрит самый близкий друг с Краснодара. Ну, он сам с Новосибирска, в данный момент он в Краснодаре находится. Он все эти дни пытается купить пару доллар-рубль вот стейком на 70. Ну, я не знаю, откуда такая информация, но 63.40 он точно будет сегодня. 63.40. Так, теперь мы смотрим куда.
швейцарец чем занимается, и нефть H4 интереснее. Ну, давайте нефть H4 посмотрим. Что там интересного? Бумс. Ну, нефть H4. Ну, я еще раз говорю, это мы удлинились по часовке. У нас получилась четырехчасовка. Вот. Но изначально нужно было заходить на часовки, забрать свой take profit на 49.16 или не забирать вот на вот этой свече. На какой-то. А, нет, здесь не получилось бы не забрать. А, получилось бы. Вот на вот этой свече, смотрите, которая не достигала take profit, но уже пробила вот этот high, нужно было просто удлинить свой take profit, который совпадает тютелька в тютельку с 4-часовым каналом, и здесь потом подправите, и у вас take будет ближе. Касание 161, добавка сотка, касание 161, пипсинг здесь шикарный был. Смотрите, выход, добавка сотка, пипсинг до 161, и идем на 261. Все хорошо. Так. Что мы смотрим? Мы смотрим, а вот здесь у меня, смотрите, со вчерашнего дня остались. Доллар Канада достигает своего тейк-профита, ну, будет достигать через некоторое время. То есть это последний поцелуй, выход, касания 7.6 нету, раз, 161 постояли и провалились до 261. Почти, почти провалились. Чтобы по доллар Канаде уйти вверх, а уже люди вверх ушли, в перепоцелованном они уже ушли. Да, вот перепоцеловали и уже ушли в краткосрочный бай. Вот, примерно вот так. С пробитием 161 и стремимся на 30.032. Уже ушли. Но это ерунда. Это он дойдет до сюда, к примеру, скорректируется и дальше пойдет. И будет вот такая вот волна трендовая. Но будет достижение тейка против шерсти. Это у нас доллар Канада. Далее картинки со вчерашнего дня. Доллар франк. Вот вы говорите, швейцарец чем занимается. Швейцарец же это, да, швейцарец. Последний поцелуй, шикарный выход, находимся в зоне селла. То есть ниже сотого уровня, в зону бая мы еще пока что не ушли. Чтобы уйти в зону бая, нужно выбраться вот за пределы сотки. И тогда мы уйдем в зону бая. Пока что 98.077, 0.77 толкается и говорит, я очень сильный уровень. Поэтому я верну. Это наши вот с вами вчерашние Фибоначчи. Они до сих пор висят. И австралиец доллар уверенно так шел в последнем поцелуе трендовом. Почему, еще раз говорю, тренды? Потому что последний поцелуй никому ничего уже не должен. Он отдал свой 261 вот здесь. Далее формируется трендовый коридор, стоп-лосс, выход. И он должен был достигнуть 261, но нету. И вот в данный момент по австралийцу сегодня... Только что этого не было, по австралийцу закрывается последний поцелуй задом наперед. Да, вот только что этого не было, вот, закрылось, и австралиец, так же как и канадец, против шерсти хочет отдать 261 уровень. Разрывает ли дажи? Разрывает. Дажи, чистый дажи разрывает. У нас же вот пример здесь на фунте был, да, или на золоте, где дажи стоит. Да, на золоте с вчерашнего дня. Вот, дажи, он разрывает одноцвет. 21-210, 21-210 берутся в использование только две белые последние свечи. Дожик он разрывает. Ну, то есть мальчики, есть девочки, а есть непонятно кто. Так вот, даже это непонятно кто. Он тоже, ну, как бы разрывает мальчиков и девочек. Напомните, пожалуйста, мы снизу и сверху передвигаем фибу к ближайшей тени одноцвета. Напомните, пожалуйста, мы и снизу, и сверху передвигаем фибу к ближайшей тени одноцвета. И сверху, и снизу, к ближайшей тени. Да, 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 да. То есть, смотрите вообще, как все это, опять-таки, маленький ликбез проведу. Изначально вы наблюдаете вот таким образом. Ну, то есть, берете просто беленькую и тянете ее за беленькую. Потом видите еще одну беленькую, ну, и тянете ее за... Потом видите дажи. Ну, странный парень какой-то. Потом опять беленькую, и смотрите, что мы делаем. Перетягиваем за беленькую, а низ перетягиваем за беленькую. Потому что дажи является разрывателем. Вот. Потом опять видим беленькую за беленькую перетягиваем. Потом формируется черненького за черненького перетягиваем. Вот теперь, смотрите, вот в таком состоянии ждем пробития. Бах! Пробили. Вы говорите, классно, все, коридор сформировался. Но здесь, после этого, нужно перетянуть по правилу номер 2 вот сюда. И тейк у вас будет ближе на несколько миллипунктов. То есть, еще раз напомню, наблюдения уже ведутся с первой противоположной свечи. Я сразу вот так вот растягиваю и говорю, вот это будет будущий last kiss. Через час я говорю, вот он будущий last kiss.
Через 2 часа я говорю, ух ты, Ласткис приближается, потому что линия пробития приближается. Пробили, ух ты, классно, вот здесь нужно по правилу номер 2 передвинуться и забирать свой тейк на 13.08. И вот так раз, сюда поставил, 13.08, 237, значит 13.09, 237. Я по золоту всегда держу долларом выше, потому что у него спред 500, но иногда бывает до доллара расширяется. Поэтому долларом выше держу и забираю 13.09, 237. И все. Вот. А теперь смотрите, вот в данный момент ласткис уже формируется вот таким образом. Вот так раз растянул и говорю, ну, вот здесь он может развернуться. Следующая черная появится, допустим, тяну дальше. Следующая черная появится, тяну дальше. Следующая белая появилась, все за беленькую прилепил. Пробитие состоялось. Здесь нашел более подходящую черненькую и передвинул, и забрал тейк на 261. А перелет черное-белое стоит? А перелет черный-белое стоит? Нету здесь перелета. А, вот здесь, а, ну нет, нету здесь перелета. Ну нет, белое ничего не перелетает. Если вы про это, я не знаю. Перед черной у вас белая свеча. Ничего страшного. Она, вот эта белая, вообще роли никакой не играет. Я еще раз повторюсь. Вот так было это самое правильное, но после пробития нужно как можно ближе приблизиться к телу вот этой белой свечи. Вот этой белой свечи. Как можно ближе к ней приблизиться при помощи черных, не прибегая к помощи белых. А, вот так надо правило написать. И вот нашли мы при помощи черных, не прибегая к помощи белых, приблизились к телу вот этой свечи. Вот это важная свеча. Куда фибу цепляете сверху? Перед. Ну, я понял. Белая вот эта роли никакой не играет. Окей. Резюме. Что мы там делаем? Фунт в бае. То есть он, видите, вот это вот его поведение, то есть неуверенное. То есть ему говорят, бей, пробивай. А он, я боюсь, не хочу, вдруг там кто-нибудь за этим стоп-лоссом стоит. Вот. Он не уверен. Поэтому пока он не уверен, мы должны его держать и забирать в нем тейк-профит. Где наш тейк-профит стоит? Правильно, стоит, только вернем на место, на ласткис сюда. Ну, правильно стоит у нас на 423. Здесь мы уйдем в sell через некоторое время. Вот, да, но пока что нету. Пока что нету здесь села. И здесь мы уже в селе по разным видам коридоров. Это коридор вчерашнего дня и второй вариант коридор после референдумный. Он тоже находится в селе. Все, я думаю, разобрались. В селе до 261, до 12.92. Вот так вот. Отлично. Нет, никогда не практикую копирование сделок. Есть у меня сигнальная группа, но это не копирование, это просто к сведению. А вот я зашел туда, и может быть вы тоже туда захотите зайти, профукали, а потом все вернули. Связаться со мной можно по почте, но это обычная история любого трейдера. На демо получается, на реале не получается. Еще раз просто скажу, началось все, знаете, с чего? Что мы с друзьями на демо начали устраивать турниры. Какие турниры? Кто больше заработает за один час? То есть, что такое за один час? Согласитесь, это явно пипсовка. То есть, невозможно за час при помощи соблюдения money management что-то заработать. И мы заходили 100 лотов, один пункт вверх поймали, 200 лотов, один пункт вниз и так далее. Кто за час больше денег заработает? И отсюда появилась, ну, вот такая какая-то, знаете, стратегия. Перетянул, нажал на кнопку, перетянул, нажал на кнопку, перетянул, нажал на кнопку. И чтобы быстрее за час заработать, естественно, работали на всяких там 5 минутках, на минутках и на 15 минутках. Но потом поняли, что так всю жизнь заниматься этим, ну, с ума сойдешь. Поэтому лучше торговать на 4 часовках. Зашел и 4 часа кофе пьешь. И можно устроить турнир, кто заработает больше денег за 10 лет.
за 10 лет. Напомню, что вот этот лостки стабилити, он показывает результат за 10 лет из 3000 долларов 64 миллиона. Но этот результат только для терпеливого человека, которого, в принципе, не жалко потратить 10 лет, чтобы заработать 64 миллиона долларов. Так, что там у нас еще? Ну, давайте еще раз вот покажу. Пипсовка это, ну, как бы, в принципе, постоянно показываю, да, но это такое элементарная вещь. Вот, допустим, берем ластки из последней, да, вот настоящий. Зашли, вышли. А по пробитию, допустим, ну, уровня 100, да, ну, здесь мало было пипсовки. Откат тела. На открытие тела до ближайшего уровня Фибоначчи. Здесь было 9 пунктов, я это комментировал. Бомс, 9 пунктов. Хорошо. А сколько было у евро-доллара в последнем поцелуе до ближайшего уровня Фибоначчи? Там тоже была пипсовка. Вот он был, настоящий последний поцелуй. Вот. Ну, здесь не состоял, здесь по стопу закрылось. Вышел, вот, зашел до ближайшего уровня Фибоначчи. Бумс, и отпипсовался 20 пунктов. Я думаю, 20 в пипсовке это хорошо. Но у любой пипсовки идет отрицательная рентабельность. Помните об этом. Потому что вот когда вы зашли сюда большой лотностью, у вас стоп 30 пунктов, а тейк 20 пунктов. Но она стоит того. Почему? Потому что 161 я обычно говорю по умолчанию. По умолчанию. Вот. Да, поэтому вот Павел написал все правильно. 2-3 раза поймаете стоп-лосс по пипсовке и до свидания депозит. Этого делать не нужно. Но еще раз как бы скажу, когда вы видите свою стратегию, вы легко так растягиваете Фибоначчи и говорите, я уйду вот здесь, в поцелуе, и буду спокойно торговать. Потом любите свою стратегию, говорите, а я уйду вот здесь и буду спокойно торговать. Здесь я отпипсуюсь до 161 и заберу тейк до 261. А по золоту вы говорите, я уйду вот здесь. Вот, если что-то будет возвращаться вот так вот, я сразу уйду в бай. И все. Почему? Потому что вы свою стратегию любите. По хаус-дэм можно ли пипсануть? Ну, здесь есть чуть-чуть запас. Вот здесь вот запас чуть-чуть есть. До 161. До 13.10. До 13.10 можно со стопом в 38 с тейком 48. 38-48 можно. Но как только вы зайдете сейчас в sell, у вас сразу сердце будет стучать в два раза сильнее, чем вот сейчас. Ну, вы это знаете. Вот буквально 5 минут назад сердце стучало нормально. Зашли в пипсовку, сердце уже стучит ненормально. Поэтому берегите здоровье. Берегите здоровье и пипсуйте, но небольшой лотностью. Так, чтобы сердце не стучало. Я еще раз вас приглашаю сегодня на клубный день. На клубный день мы сегодня хорошо пообщаемся с Павлом Зарифуллиным, с Александром Разуваевым и Анастасией Ахметовой. Все эти ребята будут обсуждать интересную такую тему. Славяно-Тюркский союз. До свидания, до новых встреч. Удачи!